ברוך את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Мы зачитаем из книги Берешит, Бытие, 3 глава, с 8 по 10 стихи. וישמעו את כל אדוני אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן. ויקרא אדוני אלוהים אל האדם ויאמר לו אייכה, ויאמר את קולך שמעתי בגן וארא, כי ארום אנוכי ואחווה. אמן. присаживайтесь, пожалуйста. Мы зачитаем также на русском языке. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Амин. Всем шаббат шалом. Вся парашат Шаво, естественно, называется Берешит, Бытие. Мы начали новый годичный цикл. И тему, которую я назвал, это «Голос, ходящий посреди рая». «Коль шемиталех бетохаган» за носе. Сразу начну с того, что сама формулировка очень интересная. «Голос Господа» «Юд гей вав гей» используется, который ходил посреди рая. Не просто был слышен, а он именно ходил. То есть, скорее всего, Адам и Ева не видели, а только слышали, но слышали так, как будто голос перемещался с места на место, как при хождении кого-либо. Ну, например, вы лежите у себя в комнате, а ваш супруг или супруга с вами как бы общаясь, переходя из другой комнаты, там, в прохожую и так далее, вы не видите, но слышите голос. И иногда от приближения или удаления голоса, соответственно, голос усиливается или ослабляется. Да? Тем самым вы знаете, что примерно где находится человек. Другими словами, это не просто был голос сверху или с одного какого-то места, как, например, Моисей слышал голос Бога конкретно из горящего куста. Этот голос тетраграмматона вполне вероятно относится к Иешуа. Мы видим из Танаха, как Юд Хей Вав Хей напрямую связан с Мессией. И у евреев во времена пророков абсолютно не было с этим никаких проблем. Один из моих лично любимых аргументов – это Захария 14 глава, 5 стих, я зачитаю. Это о возвращении, второе пришествие Иешуа Мессии. Написано, что вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского, и придет Господь, Бог мой, и все святые с Ним. Амен. Так кто это придет? Как он назван? Наш Мессия не просто назван Бог или Элоим, а Юд Хей Вав Хей. И если к человеку можно применить, мы знаем термин «элоим», неоднократно применялось в Танахе, то «юд хей вав хей» применяется только к Творцу, применяется только к Богу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих, говорит, что все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Также Колоссянам 1 глава написано, что Он прежде всего и все стоит им. То есть много подтверждений, что Иешуа был не просто при нашем сотворении, но еще и задолго до того. Кстати, автора к этой Парашата Шавуа из Исаии 42 глава с 5 по 21 стихи тоже намекает и говорит о мессианской эре, то есть говорит о Мессии, о Иешуа. Сегодня для нас вопрос, слышим ли мы вот этот голос Бога в своей жизни? Возможно, Бог обращается к нам через разных людей,
Какова наша реакция на это? Прячемся ли мы? Боимся? И почему? Если мы считаем, что мы правы и у нас все хорошо, возможно, мы считаем, что нам нечего менять в своей жизни, вот другим людям, да, но не мне, то почему тогда мы продолжаем ходить в страхе и чувствуем себя неполноценно? Они спрятались между деревьями рая, написано. Деревья часто сравниваются с людьми, и как действительно привычно человеку и легко как бы спрятаться среди людей других, чтобы перевести фокус. Друзья, мы можем убегать от своих проблем, но мы забываем, что когда куда-то мы бежим, мы всегда берем эту проблему с собой, если она находится внутри меня. Посмотрите, как интересно. Люди, вот Адам и Ева, да, еще находились в раю. И это те условия, которые мы не найдем ни на одном краю земли. Вот такое состояние, как было в раю, да. И все равно в тот момент при согрешении они находятся в страхе, и они находятся в неполноценном состоянии из-за греха. Поэтому проблему надо решать, не убегая, а наоборот, сталкиваясь с ней лицом к лицу. И поэтому Бог спрашивает: где ты, Адам? Давай поговорим. Не то, что Бог не знает, где он находится, а он как бы дает через этот вопрос задуматься Адаму, в каком состоянии он сейчас находится. Сегодня Бог задает нам такой же вопрос: где мы находимся, в каком положении? Может быть, мы съели что-то не то, что-то запретное, или взяли на себя то, что не для нас и не по нам, пересекли, возможно, какие-то границы дозволенного и повели себя с Творцом на равных. Ведь по сути, когда Адам и Ева ослушались, они поставили себя на равных с Создателем. И нам тоже нужно быть предельно осторожным, когда Бог через кого-то говорит в нашу жизнь: проверь, не идешь ли ты вопреки голоса Бога в твоей жизни. Когда стоишь на своих каких-то позициях правоты, как стояли Адам и Ева. А ведь голос Господа всего лишь хочет просто поговорить. В непринудительной обстановке, в прохладе дня, если хотите, да, как тут написано, без давления, спокойно. И пусть Господь нам всем поможет не отвергать Его голос и не прятаться между людьми, перекладывая ответственность один на другого. Пусть дарует нам Господь всем мудрость и силы. Аминь. Давайте встанем.